императорская библиотека, это Эрмитаж, как музей, это собрание Николая Петровича Лихачева, в основе которой, с которого выросли и многие собрания Эрмитажа. И вот теперь Книжный маяк вместе создают тоже опоры вот этой книжной матрицы Петербурга. Сегодня фестиваль «Книжный маяк Петербурга» – это уже такое уникальное, социально значимое для города мероприятие, которое проходит не только в очном формате, где встречаются друзья, знакомые, молодые писатели, да, вообще деятели книжного мира, но и в онлайн-формате. Все мероприятия книжного фестиваля, это 156 мероприятий за 3 дня ближайших, проходят в онлайн-формате. Большая часть проходит в офлайн-формате, в библиотеках, книжных магазинах, порядка 40 площадок в городе. Для меня «Книжный маяк Петербург» – это дополнительная возможность популяризации книжного дела. Это такое очень знаковое мероприятие, которое вдвойне интересно. Информационный ресурс, подпитка для библиотекарей. Они узнают о том, что нового, что важного происходит в книжном мире. Подтверждение статуса культурной столицы для Санкт-Петербурга. К нам подтянулись и издатели, и авторы, и критики, и исследователи, литературоведы. Мы имеем как-то возможность договориться, пригласить их к себе в библиотеки. Книжный маяк. Мне кажется, все эти 3 составляющие дополняют друг друга и позволяют охватить достаточно широкий круг вопросов и целый пласт в сфере культуры. Они не то, что должны жить каждая сама по себе. Много разных интересных проектов, ярких. Все, что связано с книгами, причем как художественными, взрослой литературой, детской литературой. Для меня огромное значение имеют маленькие фестивали, которые врываются и впоследствии могут стать действительно большой площадкой для уже именитых авторов, для тех, кто хочет связать свою судьбу с литературой и кто просто является хорошим, правильным читателем. Образование само по себе и развлечение, и повод для размышлений, и научение мыслить. Читаю постоянно, и поэтому поговорить на эту тему для меня такое тоже удовольствие, и послушать умных людей не помешает. Мы, работники книжного литературного цеха, какова бы ни была наша профессиональная специализация или место службы, должны приветствовать любые мероприятия, направленные на расширение круга чтения, на пропаганду книги. Это просто единственная возможность нам, издателям, людям с профессией такой, я бы сказала, уединенной, встретиться с читателями. Лучший фестиваль, который может проходить в этом городе, потому что это город книги. Он собирает, конечно, очень большую плеяду людей, занимающихся литературой, книгами, издательством. Очень важно, что такого рода мероприятия проводятся, вот особенно в наше непростое время, когда интерес или привычка к чтению снижается, вот такого рода работы, они подогревают, они подталкивают людей к чтению. Тут собираются люди, которым это интересно. Пишущего человека, а любая встреча с читателями для писателя очень плодотворна и показательна. Вообще хотелось бы сказать большое спасибо «Книжному маяку» и подобным мероприятиям, потому что встречи с глазу на глаз, возможность задать вопрос, получить огромное удовольствие авторам книг. Конечно, это бывает нечасто в нашей жизни, и когда предоставляется такая возможность, в душе поднимается какая-то волна энтузиазма, человеческого отношения, очень близкого, глубокого, особенно к авторам книг наших земляков.